Здравствуйте, с вами программа «200 секунд» и сегодня коротко о самых важных новостях Латвии. За день вам расскажу я, Анна Васильева. Госполиция нашла рабов на одном из латвийских рыбоперерабатывающих заводов. Под эксплуатацию попали по меньшей мере 3 человека. На протяжении нескольких месяцев труд 2 мужчин и 1 женщины эксплуатировали, пользуясь их финансовой уязвимостью. Их закрывали в цеху на время работы, не платили зарплату и позволяли спать в офисных помещениях. Работников искали через рекламу в социальных сетях, обещая им зарплату более 1000 евро после уплаты налогов. Но в действительности выплаченная зарплата была меньше. Людям говорили, что остальное им выплатят позже. Все 3 пострадавших, не получив обещанную зарплату, за 2 проработанных месяца ушли с работы. Делегаты от региональных организаций партии «Согласия» в Резекне, Резекненском крае и Лудзе не поедут на ежегодный партийный съезд 28 января, предвидя атмосферу нетерпимости и эмоционального давления, которое будет там царить. Об этом сообщил председатель Думы Александр Барташевич в заявлении для общественности. После провала партии на парламентских выборах ее лидеры Нил Ушаков и Янис Урбанович, по словам Барташевича, отказались взять на себя ответственность за случившееся и, цитата, начали истеричную борьбу, чтобы сохранить контроль над партией. Время подготовки к съезду было, снова цитата, полным склок, интриг и оговаривания тех, кто выражал готовность взять курс на переобразование. По словам политика, руководство партии выступило сложными обвинениями в его адрес в связи с войной РФ против Украины, в том числе не брезгуя измышлениями. По оценке Барташевича, это было призвано отвлечь внимание сопартийцев от тяжелого провала согласия на выборах и стремления руководителей партии любой ценой сохранить власть. В 2022 году российские экспортные компании более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного газа, более известного как пропан-бутан, в страны Балтии. И часть этого газа затем была продана Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники информации среди торговцев и перевозчиков. Данные Reuters показывают, что общий объем продаж сжиженного нефтяного газа в Латвию, Литву и Эстонию увеличился со 159 тонн в 2021 году до 331 тонн в 2022 году. Почти в 2 раза. Только в декабре Латвия и Литва поставили в Украину около 15 тысяч тонн пропан-бутана, что составляет 15% от общего объема импорта сжиженного нефтяного газа в Украину в этом месяце. Пропан-бутан в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и для производства продуктов нефтехимии. Его экспорт из России не подлежит санкциям. На этом у нас все. Хороших вам выходных. Увидимся в понедельник.